тех же импрессионистов, вы сейчас вспоминали, Репин их и в хост и в гриву гонял, просто говорил, что это ужасные люди, которые обманывают, придумывают, это все не искусство, они пытаются реалистическое искусство убить, ну, господи. Сейчас все договорились, и Репин, и импрессионисты, правда... В соседних залах, а у кого-то дома наверняка на соседних стенах висят. Да, и еще где-то. Я думаю, что каждый человек художник абсолютно. Свобода самовыражения нельзя ограничивать. Дальше история разберется. Кто там стал великим, кто не стал великим. Это же не в том смысле, что человек там оставляет большой след в истории. Не всегда, да, окей, но каждый человек художник 100%.